Військові підсумки, тижня, черговий випуск, вихідні. Я Віталій Хемієв, поруч зі мною віртуально, дистанційно Юліан Аксьонов, військовий експерт. Вітаю. Говоримо про основні події, пов'язані з вторгненням Російської Федерації, країни-агресора, в Україну. Минулого тижня ми, так вийшло, не встигли обговорити те, що було в неділю, тому що ми записувалися в суботу. Неділю весь світ, і в понеділок, і сьогодні теж обговорює звірства московицьких вояків, хоча вони були з усієї географічної Російської Федерації, на Київщині, Чернігівщині, також Сумщині. Отже, Юліане, питання перше таке. Звідки ця психологія гвалтівників, мародерів? Я читав різну інформацію, мовляв, це було завдання згори. Це не було завдання згори, це була ініціатива цих преступників військових. Також читав, що є якийсь історичний такий слід, мовляв, радянська ще армія, коли визволяла Європу, теж грішила, м'яко кажучи, такою поведінкою, і в літературі, в мемуарах це описувалося. Отже, твоя думка, звідки це такі ось дії? Первый аспект. Вот это нелицеприятная, ужасная сторона войны своими корнями уходит далеко в древность. Потому что еще древние завоеватели, наряду с Чингисханом, Александром Македонским, поощряли подобные действия, расценивая это как награду своим воинам за мужество, проявленное в этих боях. Даже встречается у Наполеона, который, по данным историков, утверждают, что давал своим войскам 3 дня на разграбление и не днем больше. Те, кто нарушали этот приказ, грабили на 4-й или на какой-то еще день, расстреливались, причем очень показательно. Второй аспект. Война – это... Как мы понимаем, сложный историко-политический процесс, и она способна поменять психологию человека в части переоценки ценностей, мировоззрения, каких-либо личных отношений. Но у нее очень есть плохая черта. Она в 10 раз умножает все то, что есть в человеке. Когда человек условно хороший, но он и на войне будет хорошим. Если человек мразь был и до начала этой войны, вот в 10 раз он станет мразотнее. Что касается важного момента, это был приказ или это самодеятельность? О, сложно сказать. Скорее всего, на это должны ответить следственные органы, которые проведут опрос людей и тем, возможно, скажут, как слышали приказы, а может быть, нет. Потому что если отталкиваться от момента парадигмы войск, которые не достигли успеха и так мстили, но история знает множество примеров, когда войска успешные проводили операции и уже подходили к финалу войны, это упомянутые тобою бойцы Красной Армии в Берлине. То же самое поведение, не в таких масштабах, но за 9 лет, афганской войны очень много наследила советская армия, хотя контролировала весь Афганистан. И тут интересный момент. Если там где-то как-то еще тот, кто пытался оправдать вот эти преступления, говорил, что вы поймите, столкновение разных культур, религий, то где же здесь вот этот разрыв? Где он? Скорее всего, я так думаю, что если и не было такого приказа, то это, знаешь, как командиры на самотек отпустили в качестве компенсации солдатам за их
постоянное психологическое напряжение и осознание того, что каждый день может стать для тебя последним, и в виде такой вот психологической разрядки, ужасной, кровавой и совершенно не заслуживающей никакого оправдания. Поэтому не думаю, что это прямо было какой-то политикой, хотя я далек от мысли, что тот же Генштаб Российской Федерации мог как-то сильно следить за морально-психологическим состоянием своих воинов на территории оккупированной Украины, потому что там мрази те еще сидят, которые дают приказ о нанесении воздушных и артиллерийских ударов по гражданским объектам. Поэтому очень сложно анализировать этот случай, зная, что против нас не люди. Я не назову это армией, тем более здесь еще включается один момент. Даже вот можем провести параллели с вьетнамской армией, когда контингент воюющий достаточно молод. Представители интеллигенции там, ну, вряд ли ты сыщешь. И это парни молодые, разбитные, развязные, им дали оружие, они чувствуют свою силу, власть, безнаказанность на враждебной территории. И, конечно же, им кажется, что они превращаются одномоментно в каких-то царьков, башков, мразей, которые, подбираю слова, потому что очень тяжело говорить, особенно литературно, которые определяют судьбу человека, кому жить, а кому нет. А если и жить, то каким образом нужно выбрать это право? Я очень надеюсь, что современные технологии позволят установить прямо вот с фамилией и именами доподлинно, кто участвовал в этих зверствах. Потому что я думаю, что, может, какие-то камеры наблюдения уцелели, биллинг тех же номеров, с которых они звонили, украденных, можно сопоставить по прослушке, понять, кто где был. Люди, которые стали жертвами этого насилия, возможно, узнают, потому что в распоряжении нашей разведки есть списки личного состава с фотографиями. Я очень-очень надеюсь, что так оно и будет. Проблема лишь в том, что таких буч уже не одна. И будет, судя по всему, еще больше, потому что часть нашей страны все еще под пятой оккупанта. Трудно говорить и обсуждать этот момент, потому что, как ты понимаешь, никакой военной составляющей в этом нет. Это просто бандиты, насильники, воры, которые по ошибке носят гордое звание военного, пусть даже России, но по ошибке. Дякую за відповідь на це, розгорнуту відповідь на це питання. Сьогодні слухав у історика російського, але історика так в еміграції Максима Каца. Він порівнював удар по Краматорську. Я плавно переходжу до другої підтеми, такий військовий терор, я це називаю. Він порівняв дії армії російської з Хамасом. З Хамасом, тому що так діють вони. Так, підступно, м'яко кажучи, обираючи такі далеко не військові об'єкти, об'єкти цивільні об'єкти, інфраструктури критичної, ми це бачили і по всіх регіонах. Але від терору такого військового, коли від терористичних актів, коли ти не знаєш, куди прилетить, не знаєш, коли прилетить, ти можеш там чекати поїзд, щось робити, гуляти з дитиною, ще не встигла пролунати повітряна тривога, і все. І життя обривається. Який ми діагноз можемо поставити таким діям армії ворога?
Точно такой же диагноз террор, только еще изощреннее. Когда действительно, как ты сказал, это происходит внезапно, из-за угла, что называется. Причем, как всегда, российская пропаганда вместе с их вооруженными силами прокололись. Причем сделали это точно так, как это сделали, когда сбили MH17 над Донбассом. Сначала написали от имени еще одного деятеля Новороссии и русского мира, военного преступника Гиркина, он же Стрелков, что мы сбили Ан-26, и так еще цинично, вон валяется за шахтой, как-то так было сказано. Так и эти прямо перед ударом написали, отрабатываем Краматорск по скоплению вооруженных сил Украины. Как-то так это звучало. Люди, понимающие суть процессов, могут 100% сказать, что никакой ошибки или же случайности не произошло. Потому что мы все понимаем, вокзал – крупная цель. Площадь его достаточно, чтобы на него навестись без всяких проблем. Определить его координаты. Это не просто там какая-то машина, которая в движении, ее нужно поразить. Запуск точки У баллистической ракеты – вещь достаточно сложная. Перед тем, как она взлетит в небо, надо провести целый ряд манипуляций. От погоды до разведки, а сколько там, это если мы сейчас двигаемся в логике нормальной военной структуры, когда ты просто смотришь, цель на месте или нет, а когда ее поразить лучше всего, вечером, в обед, утром. Здесь же просто цинично какие-то информаторы, видимо, стояли, определяли достаточное количество людей в очередях для нанесения этого удара. То есть я говорю это к тому, что все апелляции Министерства обороны России о том, что это мы, то есть Украина, так как всегда они любят говорить, что мы нанесли этот удар, чтобы их обвинить. Ну, мы все понимаем, что это, мягко говоря, бред. И самое главное, что когда речь идет о таком вооружении, как точка У, о баллистической ракете, которая имеет свое полетное задание, это не просто мина от миномета, ты бросил в трубу, а он ее выплюнул, и она куда-то там упала. Нет, задействованы очень много людей, очень большие структуры, и самое главное, что эти структуры находятся сейчас тем более в прямом подчинении командования вот этой вот российской группировки. Поэтому это самый что ни на есть теракт и военное преступление, забравшее жизни 52 наших соотечественников. Ну, да, на момент, на жаль, дуже багато поранених, важких поранених. Цей тиждень візиту в Київ наших європейських партнерів, більше там партнерів, чим не партнерів, дуже багато документів підписується про передачу зброї, зброя постачається. Звичайно, не все публічно ми повинні знати, але те, що є в відкритому доступі, ми можемо сказати, що це такий найбільш продуктивний тиждень щодо отримання важливої зброї. Чи ми зараз не будемо вже дивитися там, як то кажуть, дареному коню, хоча і кінь не дарений, потім розрахуватися от потрібно буде. Як ти оцінюєш поповнення арсеналу? Скажем так, поки це в достатньо таких гомеопатичних дозах, тому що то, что передают, это буквально на 2-3 батальона. Но опять, да, соглашусь с тобой, и за это спасибо. Второй момент. Я вижу позитивный сигнал о том, что Европа и Запад в целом понимают, что нам нужно передавать западное вооружение, каким бы сложным оно ни было. Сложное значит эффективное. Формула сегодняшней войны. Объясню, почему не то, чтобы нас не устраивают старое советское вооружение, которое оставалось у стран бывшего соцлагеря. Его не так много. Прошло уже 30 лет с момента обретения этими странами
не то чтобы независимости, но, скажем так, вышли из-под влияния... Соцтабора вышли, он теперь на соцтабе. Да, большой красной машины. За эти 30 лет, естественно, страны на свое усмотрение строили свои вооруженные силы, меняли доктрину, и не всегда в эту доктрину вписывалось именно это оружие. Поэтому его достаточно мало осталось. Есть склады, но вопрос, в каком состоянии оно сейчас находится. Нам его могут передать уже в состоянии металлолома, а вы, мол, пожалуйста, распоряжайтесь. А нам это нужно, вот оно с платформы сошло и отправилось на фронт, и уже на следующий день оно стреляет. Нам нужно вот такое состояние. Позитивный момент С-300 в какой-то степени, потому что если мы говорим о дивизионе, то он, скорее всего, в экспортном варианте, он с несколько расширенными возможностями, чем те, что стоят у нас на вооружении. Даже если он не совсем, скажем так, в рабочем состоянии, или мы же понимаем, что его сняли с дежурства боевого, значит, он свой ресурс тоже израсходовал, мы можем использовать его элементарно на те же запчасти. Так как нам этот комплекс понятен, известен, мы можем посадить туда расчеты, и буквально это займет неделю-полторы, и они уже будут на боевом дежурстве. В этом отношении советское вооружение, конечно же, да. Но опять же, повторюсь, что его очень мало. Нам нужно другое. И 155 миллиметров, вот это я издалека начал, дискуссия, которая ведется среди гурманов, скажем так, военного дела, 155 миллиметров артиллерийские системы, они нам нужны, или же давайте сначала попросим 152 миллиметра. Ну, есть уже позитивные сдвиги, 155 миллиметров, 16 самоходных артиллерийских установок «Зузанна», так они называются, словацкого производства, уже, ну, не то чтобы уже, ведутся, по крайней мере, переговоры. И я понимаю, что Запад постепенно приходит к пониманию того, что война от оборонительной позиции, когда нам нужны были противотанковые средства и противовоздушные, прежде всего, они нам передавали переносные зенитно-ракетные комплексы, вот это уже не работает. Дайте нам, пожалуйста, то, с помощью чего мы сможем контратаковать, держать оборону и в перспективе вычистить нашу землю от вот этой вот русской нечисти. Поэтому вот сегодня еще в Киеве гостит Борис Джонсон. У Британии очень много интересных решений и систем, которые бы нам помогли. Позитивно, что передаются противоракетные комплексы «Гарпун» берегового базирования. Их дальность той модификации, что передают нам, если верить открытым источникам, 100 километров. Достаточно для того, чтобы отогнать вот те корабли, которые, к примеру, обстреливали наши дачные поселки. Потому что для этого им надо было подходить даже на дальность 20-25 километров. Мы их отгоним. Вопрос десантной операции при наличии такого вооружения на наших берегах, ну, он откладывается в очень-очень-очень долгий ящик. Поэтому, да, важно еще понимать, что некоторые почему-то думают, что теперь мы каким-то образом эти гарпуны разместим на своих кораблях, катерах, которые уцелели, и будем поражать россиян прямо в море. Ну, я их разочарую, это сложная система, ее проволокой к лееру катера не прикрутишь, она работать не будет. Поэтому довольствуемся тем, что дают. 100 километров, повторюсь, это даже очень хорошо. Это, если провести прямой линией, ну, половину нашей области мы можем закрыть. Это даже очень хорошо. А учитывая, что Одесса их главное направление и
когда у нас будет такое вооружение, то на море исход будет очень даже неочевидным и явно не в пользу россиян. Залишаємося в Одесі. Тиждень, на жаль, був такий результативний для ворога. Прилітало і в наші склади з паливом. Це відчутний удар по економіці регіону в майбутньому і в теперішньому. Прилітало, ми чули з ворожих засобів масової інформації, теж в Одещину. Сьогодні мер Чорноморська говорив, що там був недобрий ранок. Ми бачимо, що ці привіти з неба, вони не припиняються. Також ми повинні, ми приблизно розуміємо, що все це вилітає з Криму, там, з Севастополю, плюс-мінус. І також ми повинні в голові тримати близькість до, так би мовити, офіційного Тирасполя. Там теж якісь поповзновення такі, відголоски, що ось збираємось чи не збираємось. Хоча Україна так продемонструвала жовту, навіть помаранчеву картку літакам, які будуть мати якийсь зв'язок з так званим Придністров'ям, вони будуть збиватися. Які, не прогноз, а яке відчуття, що буде в нашому регіоні найближчим часом? К сожалению, продолжатся ракетные обстрелы. Я так понимаю, что банк целей для крылатых ракет, баллистических и всех остальных, которые есть у Черноморского флота, он только расширяется, к сожалению, в сторону гражданской инфраструктуры. Потому что, не буду повторяться, но все мы знаем, куда прилетело. И такие удары вполне могут повториться. Враг переключился в режим, видимо, войны на истощение, и, желая нанести нам потери и на фронте, и в тылу, прибегает к подобным мерам. Судя по сообщениям наших воздушных сил, видимо, мы пересмотрели, перестроили нашу противовоздушную оборону и стали все-таки больше сбивать крылатых ракет. С баллистическими по-прежнему проблемы, но здесь не вопрос в том, где находится наше ПВО. Не в размещении, а в технических возможностях. Поэтому, да, что-то будет проскальзывать, просачиваться сквозь наше ПВО. Это будет для нас большой проблемой. Я не посвящен в такие прямо планы, у меня нет информации, сможет ли Россия выбить все наши нефтебазы настолько, чтобы нам негде было хранить нефтепродукты и бензин, соляру, авиационный керосин, который нам поставляют наши партнеры, не знаю. Судя по всему, решения для этого найдутся и без каких-то прямо стационарных целей, которыми являются нефтебазы. Что касается Приднестровья, здесь очень интересная ситуация, интересная и несколько даже комичная, потому что никакого большого военного, боевого потенциала вооруженные формирования непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в этой войне не представляют. И, собственно, поэтому, как я уже не раз говорил, они не были задействованы в первой фазе войны. Напомню еще раз, что под ружье, по некоторым оценкам, достаточно консервативным, ПМР может поставить до 3000 человек с неполным бригадным комплектом вооружения. То есть это 18 танков Т-64, из которых, по некоторым данным, ездят 4. Стреляют ли они, тоже большой вопрос. Нам повезло, что Приднестровье является анклавом, окруженным со всех сторон, недружественным для себя государством.
До 2014 года Россия проводила ротацию так называемых миротворческих сил через нашу территорию. Естественно, это прекратилось, и поэтому там служат местные, просто получившие российские паспорта. Второй интересный момент – это то, что якобы активизировались работы по подготовке аэродрома в Тирасполе. Но здесь как-то очень все непонятно. Ну, допустим, у России есть планы использовать его как такой аэродром подскока. То есть взлет-посадка, там много техники не будет, и она будет достаточно оперативно взлетать. Но большой вопрос, как она туда доберется. Караваном никто не летает, это групповые вылеты могут быть только во время выполнения боевой задачи. Когда ты прилетаешь на место, надо еще определить очередность, кто когда садится, и все находятся в воздухе, остальные, это достаточно затруднительно. Но даже если на каком-то бреющем полете, преодолевая наше ПВО, туда кто-то прорвется, ну, достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что до нашей границы, даже не до Тирасполя, а до самой взлетной полосы, местами 15-20 километров. Это отличная дальность даже для ствольной артиллерии, я не говорю про реактивную. Но это будет вторая Чернобаевка. И самое главное, опять же, учитывая, что это анклав, как я ранее сказал, надо же какие-то запасы материальные иметь, какие-то запчасти даже, чтобы проводить полевые ремонты этой авиации. А боекомплект где брать? Вот все, что они под своими крыльями привезут, вот тем они и будут распоряжаться. Есть, конечно же, склады 14-й армии на станции Колбасна, но, насколько я знаю, авиационного вооружения там нет. Поэтому мне кажется, что это такой информационно-отвлекающий маневр, я бы назвал, или просто, чтобы там люди, которые находятся на российском довольствии, свой хлеб ели не зря, вот хотя бы, чтобы были заняты делом и рубили саперными лопатками траву, которая проросла между плитами взлетной полосы. На цьому тижні активізувалися призиви військових губернаторів Луганщини і Донеччини про якнайшвидшу евакуацію з підконтрольних Україні міст. Ми бачили гірку спробу в Краматорську, на жаль. Але продовжуються обстріли і з Сєвєродонецька, і Лисичанська. Наскільки я розумію, ситуація з кожним днем стає більш напруженою. Ми бачимо начебто таку карту, де майже відсотків там 80 України звільнено, там північ звільнено, там не так же там на Миколаєві більш-менш спокійно, хоча обстрілюють там артилерію, типу там смерчів і градів. Але таким червоним кольором палає саме Донеччина і Луганщина. Я вже не говорю про Маріуполь. Які останні дані, які прогнози основані на фактах і на цифрах? Ну, ми являємося свідетелями, скажімо так, початку підготовки к другій фазі цієї війни, після того, як отступили от Києва, Сум, Чернігова, ми розуміємо, що російська армія не відмовилась від претензій на Харків, на Донбас і на наше Причорномор'я, в той часті Херсон, і навіть частично Запорізька область. Називаються зі посиланням на західні розвідки ідеї, що після захвату Донбасу можливо спроба повторного штурму Києва, але це поки ще з розряду гіпотетичних пропозицій. А поки ми бачимо підготовку до другого раунду, який пройде, прежде всего, в Донецькій і Луганській областях. Тут очень интересные моменты нарисовываются и много нюансов. Во-первых, по сообщениям военных, которые сейчас защищают Украину на Донбассе,
Вот те самые колонны с пресловутой буквой V уже замечены под Изюмом. Более того, подразделения, которые были выведены с севера нашей страны, потихоньку вводятся в бой на Донбассе. Говорить о том, что вот уже началась та самая битва за Донбасс, потому что по факту обнаружения вот этих вот подразделений нельзя, потому что большая часть вышедших подразделений с Киевской, Сумской, Черниговской областях сейчас находятся в Беларуси, там разбиваются полевые лагеря, они восстанавливают свою боеспособность, ремонтируют технику, и по некоторым данным к ним прибывает пополнение. Говорить о каких-то конкретных цифрах пока не приходится, потому что с самого начала вот той самой скрытой мобилизации Россия так и не смогла набрать какое-то достаточное количество людей, чтобы закрыть бреши. У них есть система БАРС, боевой активный резерв страны. Это что-то по аналогии с нашей очередью ОР-1, оперативный резерв в первой очереди, точнее. Называются планы по такой системе набрать 60 тысяч человек. Опять же, большой вопрос, как это произойдет, потому что пока что Россия не вдається украинскую мову до таких примусовых заходов. Скорее, здесь идет речь про добровольную основу, подкрепленную материальным интересом, какого нет на гражданке. Ну, учитывая, что люди, пусть даже мы понимаем, насколько информационно отрезаны в России от остального мира, но общаясь со своими же коллегами и получая информацию от соседей, могут представить хотя бы примерно, что там происходит, и все понимают, что это не Сирия, это не гонять там бедуинов по пустыне. Здесь полноценная война, и не знаю, насколько много будет желающих сложить свою голову за букву Z. Мне видится пока, что ни у одной из сторон какого-то качественного перевеса, который бы схилив терези на одну или другую сторону, нет. Поэтому, учитывая, что мы будем вести опять оборонного характера бои, на нашей стороне всегда будет преимущество, даже если сейчас мы на равных исходных позициях. Поэтому, да, логично предположить, что силы, переброшенные с севера, усилят группировку на Донбассе. И стало быть, из 7 оперативных направлений у российского генштаба осталось 4. Они должны в теории легче управляться, легче модерироваться. Опять же, та же британская разведка говорит, что, несмотря на это, прогнозируют большие логистические проблемы группировки на Донбассе. Она увеличится, увеличатся запросы, и, мол, Россия не сможет очень быстро их удовлетворять, боеприпасы, топливо, и поэтому какого-то продвижение активного, например, британцы не прогнозируют буквально, по крайней мере, точнее, в первую неделю с начала этой битвы за Донбасс. На нашей стороне, опять же, время. Мы прекрасно понимаем, мы даже не надо быть фон Клаузевицем или адептом Суньцзы, чтобы понимать, что после того, как часть войск была выведена с одной территории нашей страны, значит, у нас освобождаются резервы, и они будут направлены туда, где мы как раз ожидаем удар. Перспектива бодаться за Харьков, который, конечно же, меньше, чем Киев, но все-таки это огромный город, тоже под большим вопросом. Называется идея окружить наши войска, нашу группировку с того же Изюма. Но и наш генштаб это понимает,
и наш корпус резерва уже развернут и вполне может оперировать на тех направлениях, где ожидаются удары на окружение. Поэтому вот как перед 24 февраля многие аналитики высказывали сомнения в успехах российской армии, вот то же самое сейчас происходит на Донбассе. Потому что, к слову, есть очень много позиций, которые до сих пор удерживаются. Те самые позиции, я имею в виду окопы, которые были нарыты за эти 7 лет и которые удерживались к моменту начала войны. Потому что два было главных удара – это Донбасс и Киев. И благо наш генеральный штаб знал, где это все произойдет. Самый мощный удар первого дня был нанесен на Донбассе, когда мы потеряли в первый же день счастье, и в тот же день оно вернулось. Поэтому на нашей стороне фортификационные сооружения, которые были сделаны на совесть, я повторюсь, на совесть, потому что столько ротаций прошло через них, и каждая вносила какое-то удосконалывание, как-то его укрепляла. Поэтому россиянам придется очень-очень непросто. И я понимаю, что это имиджевая для них история, что это личное распоряжение Путина. Не знаю, как насчет 9 мая, но учитывая любовь этого неофюрера к знаковым датам, вполне могу предположить, что задание 7-8 число. Опять же, прогнозы нужно делать очень осторожно, взвешенно, скептически относясь к победным реляциям Министерства обороны Российской Федерации. Да, сегодня же была новость о том, что у них меняется руководство в проведении, как они называют, войну специальной военной операции, и там будет генерал Дворников. Сейчас я который... знаешь, что это такие? Да, человек, который командовал россиянами в Сирии, и якобы вот у него-то опыта побольше, и он-то как раз, дескать, боевой генерал. Но опять же, извините, когда вы бомбите Алеппо, снося его, у которого нет ПВО, когда вы боретесь с чьими-то прокси, с вооруженными группами, которые действуют как партизаны, вот та самая пресловутая «война Тойот», ну, извините, это немножечко другое, чем бодаться с профессиональной армией, которая использует для вашего уничтожения весь спектр своего вооружения. Поэтому я бы тоже не расценивал это кадровое назначение как какой-то козырь. Весьма все условно и... Все покажет поле боя. Дякую, Юліане. Дякую за якісну, як завжди, оцінку того, що відбувається. Побажаю всім нам спокійного 10 квітня в Одесі. І взагалі, якомога більше таких, більш-менш таких позитивних, приємних новин. До наступної суботи. Дякую. Да, спасибо і тобі. Всім сил і міра.